Всем привет, с вами новостная вырезка. Россия готовится к проведению важных событий в спорте. Игр БРИКС-2024. На данный момент официально подтверждены даты мероприятия с 20 по 23 июня. Казань будет принимать спортсменов из Китая, Бразилии, Индии, ЮАР и других стран. Союз БРИКС объединяет 5 государств – Россию, Китай, Бразилию, Индию и Южную Африку. В мае президент России Владимир Путин поручил подготовить предложение о проведении игр БРИКС в России. В результате выбор пал на Казань, где также запланирован саммит БРИКС в августе 2024 года. Игры БРИКС будут собирать не только страны-участницы Альянса, но и множество других государств, проявивших интерес к вступлению в Союз. Это могут быть такие страны, как Казахстан, Мексика, Саудовская Аравия, Турция, Уругвай, различные африканские государства и многие другие. Игры БРИКС представляют собой отличную возможность для спортсменов продемонстрировать свое мастерство и участвовать в различных видах спорта. Кроме того, каждый из 5 государств Альянса сможет представить свой национальный вид спорта. Этот спортивный форум будет проведен незадолго до начала Олимпиады 2024 в Париже, и, следовательно, его успех будет зависеть от того, будут ли российские спортсмены допущены к участию в олимпийских соревнованиях. Помимо игр БРИКС, Россия активно привлекает внимание международных спортивных событий. Буквально вчера в Екатеринбурге прошел международный фестиваль университетского спорта, который собрал атлетов из многих стран мира. Кроме того, в сентябре 2024 года в Москве запланированы игры дружбы, которые включат в себя 27 видов спорта и примут участие команды из множества стран. Наши спортсмены будут представлены в различных видах, включая борьбу на поясах, что является традиционным видом спорта в Татарстане. Итак, несмотря на различные вызовы и политические давления, Россия продолжает активно участвовать в международных спортивных событиях, доказывая свое место в мировом спорте. Оценить эту новость по достоинству вы можете в комментариях. Не забывайте также поставить свой лайк этому видео и подписаться на канал. Всего хорошего!